В Омске затопило Иртышскую набережную, а также вода подбирается к площади у речного вокзала и уже зашла на дачу в Ленинском округе Омска. Затопленными оказались участки нескольких садоводческих товариществ. Проехать на свою дачу на легковом автомобиле теперь вряд ли получится. Подъем уровня воды связан с тем, что в Омск пришла вода после природоохранных сбросов на Шульбинском водохранилище в Казахстане. Гидрометеорологи говорят, вода в Иртыше еще поднимется. В городе Омске продолжится подъем уровня воды до ближайших выходных. И сформируется максимум, и после этого на следующей неделе мы ожидаем снижения уровня воды. В первые дни, конечно, будет не так сильно это заметно, будет на какие-то сантиметры, на 2, 3, 4, 7 сантиметров. Но к концу следующей недели интенсивность снижения увеличится уже до 10 сантиметров за сутки. И тогда, конечно, будет заметно.